Всем привет, друзья, с вами снова Шишкин. И сегодня у нас быстрый завтрак, омлет в микроволновке, который мы приготовим за 5 минут. Ну что, поехали. Нам понадобятся вот такие вот баночки. Если нет такой баночки, пойдет и просто кружка. Теперь добавляем паприки. Паприки добавили, теперь зеленый лучок. Сыр любой, который хорошо плавится, пошел туда же. Ну и какой-нибудь колбаски, которую вы любите. У меня сосиски. И теперь разбиваем сюда по пару яиц. Вот таким вот образом. Сильно полную не делайте, потому что омлет будет подниматься, он будет такой воздушный, нежный, и он будет через верх у вас вылазить. Вот так вот, чуть больше половины, не больше. Теперь посолим. Не забываем опять же, что сыр соленый. И поперчим. Все. Теперь закрываем крышкой. И немножко так все перемешаем. Слегка. Теперь убираем крышку и ставим все это в микроволновку на полную мощность на 5 минут. Но это смотря зависит еще от вашей микроволновки. У моей вот как раз 5 минут они перфект получаются. Там смотрите по своей микроволновке, они все разной мощности. Все, поехали в микроволновку. Так, друзья, наш омлет готов. Смотрите, какая красота у нас получилась. Прошло где-то примерно 7 минут. Но опять же повторюсь, смотрите по своей печи, как она у вас быстро делает. Смотрите, какой он нежный, воздушный, просто супер завтрак. Попробую чуть-чуть. Обалдеть, очень вкусно, очень сочно, очень нежно. Ну и вам, друзья, всем желаю приятного аппетита, готовьте вкусно, готовьте с любовью. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео, пишите в комментариях. Всем до новых встреч, всем пока.